Прократи, если бы мне позволило мое дарование. Есть в юности что-то писал, может, я прочту что-то в этом. Попробую, я не целиком помню это. Глаза какому-то черный, а веки берега. Ресницы — это волны, а брови — радуга. Но стала грусть туманить очей твоих лучи. Не стал уж омут ранить и перестал лечить. Спущусь я в омут черный и в поиски пущусь, чтобы отыскать источник струи, который грусть. Я так сказать пытался что-то в этом стиле, но насколько мне это удалось, когда мне было 17 лет, это уже вам судить. Я, к сожалению, не взял с собой. У меня есть песня, которая начинается так, ну когда-нибудь другой раз, может, я ее и спою. Начало прочту в виде стихов. Он не был музыкантом, великий наш поэт, но песенным талантом не обделен он. Нет. А даже, к сожалению, я не помню. Прочту наши следующие встречи, когда они будут происходить через год, а может быть раньше. Спасибо вам за внимание. Такого замечательного поэта, как был Сергей Есенин. Может быть, в таких местах еще когда-нибудь через 100 лет появится другой. Будем надеяться. Потому что есть определенные места в России, напоенные поэзией настолько, что там не может не появиться поэт. Например, Санкт-Петербург. И Нью-Йорк. И Нью-Йорк.